Вот так вот сегодня в кафе Хачапури делаем сосиски в тесте. По разным рецептам будем пробовать, испытывать на вкус. Сосиски раменские, дорогие, купили. Все поставили в духовку. Сейчас посмотрим, что получится. Сосиски все разные. В плане того, как мы сделали тесто. Итак, прошло немного времени, сосиски уже поднимаются. Вот такая красота, сейчас еще будем пробовать. Главное, что сосиски хорошие, дорогие. Вот такая красота, еще чуть-чуть, еще немножко. Вот такая красота получилась. Шикарно. Так что заходите в кафе Хачапури к Давиду, у него много вкусного, интересного. Вот такое вот интересное кафе в Коломне. На улице Савельича, дом 1А.